поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Ой, какой же ты тяжелый, как мамонт прям отъелся. Помогите. Стоим. Без перчаток не советую. Ну и где мне их взять? Найдите пакеты. Пойдем в офис и там подождем ваших спецов. А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас свалите. Самооборона отпадает. Юрий Евгеньевич, а какие у вас взаимоотношения с Таиландом? Туристические. А если точнее? Вряд ли бы ваших людей убивали за украденные полотенца. А если точнее, то я уже 5 лет там не был. Если это действительно так, зачем вам оставили подобное послание? Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Только ту, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы можете настоять на его присутствии. Ситуация начинает проясняться.
Где второй? Кто? Ну? И что у вас здесь происходит? Евгений, там слюни был же. И что? Официант нос вмял. Ну и? На Леху он с бутылкой кидался. Ну, они привели его сюда. Ну, дальше. Остудить. Остудили, блядь? Это постановка. Он действовал по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью. Поэтому тело пришлось спрятать. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за хлебными крошками. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Сегодня часто бьется лампа. Где? В подсобке возле зала.
Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Он стоял прямо за его спиной. Вас окружают дилетанты. Подожди, сейчас слово. Куда звонил? В службу, подай отвертку. Держи. Держишь? Угу. Спасибо. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше. Юрий Евгеньевич! Юрий Евгеньевич! Я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. А я думаю, есть что.
А я откуда знаю? Это вас надо спросить. Да он же тебя за это собакам скормит. Он же стариков. Он же из-за любой мелочи, как порох, взрывается. Стой, сусор, подожди, я знаю. Он ушел дальше по коридору. Другого варианта у него нет. Идемте. Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем, и ты будешь выполнять свою работу. Вы знаете, эта девушка? Тамьяна. Куда вы? За дочерью. Кто такой Максим? Тот, кого вы нашли в подсобке. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки?
Ваш счет. Давай на выход. А в клубе теперь Яна хозяйничает. Она у нас уже несколько месяцев управляющая. Подскажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф. А где ружье? Все на пол! Дальше, а только... Он где-то здесь. Закройте шторы. Держи дверь. Можно подняться. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь. Думаю, вам не стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Аккуратнее. Он может выстрелить через дверь. Здравствуй.
Яна. Ночной клуб «Рай». В подсобных помещениях произошло тройное убийство. В комнате со стульями, в вентиляционной шахте, вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Я просто хочу выспаться. Отцу позвони, когда этот вылетит. Все хорошо? Да,